территориальном департаменте Комитета атомного энергетического надзора подвели итоги за 2023 год. Специалисты провели 12 внеплановых проверок в сфере электроэнергетики, выдали 6 предписаний, столько же составили административных материалов. Общая сумма штрафов составила 172 500 тенге. Административные материалы составили. У нас в основном это в части производства работ в охранных зонах линии электропередач, а также повреждения линий электропередач при проведении, например, земляных работ. В этом году по факту повреждений было составлено 3 административных материала. Это было 2 строительные фирмы. По поводу Булаева, там была создана комиссия по расследованию технологического нарушения. Результатом были разработаны рекомендации и мероприятия с целью недопущения подобных случаев. За 12 месяцев в департамент поступило 47 обращений от физических и юридических лиц. Все они были рассмотрены в срок, повторных жалоб не поступало. По полугодовому списку по результатам выдано предписание 17 пунктами нарушения в отношении АОСИК «Казэнерго» ПТЗ-2. В области атомной энергетики департаментом проведено 12 разрешительных контролей на соответствие заявителя квалификационным и разрешительным требованиям. Также департаментом проведено 7 профилактических контролей с посещением в области электроэнергетики по сообщениям о технологических нарушениях. По результатам замечаний не выявлено. Внесено 475 предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Привлеченных сотрудников департамента к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности не было. Камила Карим, Олег Осинов, МТРК.